Итак, раз, есть! Прыжки через горящие кольца, замена одновременно двух колес во время движений, и это только части номера. Это экстремальное шоу каскадеров из Тольятти, вот уж точно, где можно было пощекотать себе нервы. Очень понравилось! Понравилось шоу каскадеров. Всех с праздником, строителей. Хорошо, очень все понравилось. Замечательно, все для нашего города сделано. Настроение отличное, праздник вообще замечательный. Спасибо большое мэру, за все спасибо. А дальше челнинцев и гостей города ждали выступлений приглашенных звезд. Первую эстафету приняла Ильсия Бадретдинова. Концертная программа растянулась практически на полтора часа. Зрители активно подпевали артистки. После выступления Ильсия Бадретдинова призналась, у нее особая связь с набережными Челнами. 20 лет тому назад первый раз вышла на сцену, на татарскую эстраду. Еще нигде толком билеты не продавались. В Челнах 17 билетов продалось. Я это никогда не забуду. Они от души. У нас взаимно. Здравствуйте, пожалуйста. Эта песня для вас. Спасибо вам, что вы у нас есть. Хедлайнером праздника стала российская звезда света. Она не стала тратить время даром и сразу приступила к исполнению проверенных временем хитов. В 9 часов вечера Майдан парка Прибрежная озарился тысячами искр. День строителей завершился ярким салютом. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ.